На тренировке женской сборной России по гандболу у всех хорошее настроение. Золотая команда Евгения Трефилова готовится к золотой лиге. В этом году в Дании встретятся 4 сильнейших сборных. Кроме хозяев, на турнире сыграют Норвегия, Франция и Россия. Это, конечно, будет не главный старт сезона. В декабре нас ждет Евро. Однако девушки к предстоящим матчам относятся ответственно. Турнир-то по-любому не бывает никогда слабым. И тем более сейчас там будет присутствовать вся тройка олимпийская, я считаю, и сборная Дании, которая приглашает, собственно говоря, на эту золотую лигу. У нас очень много новых девчонок, молодых, но с нас ответственность никто не снимает, потому что мы же олимпийские чемпионы, надо доказывать, что мы сильнее. Подготовка, по словам спортсменок, идет в стандартном режиме. Нововведение одно, и то не у всех. С вратарями теперь работает Любовь Каляева из Тольяттинской «Лады». Пока Любовь Александровна только привыкает к ритму национальной команды, поэтому интервью обещала дать чуть позже. Зато на несколько вопросов уже ответила Людмила Паснова, новый капитан сборной. Каждая игра будет очень серьезная, и нужно очень серьезно к каждой игре подходить. У нас состав, конечно, сейчас не как на Олимпиаде, потому что многие игроки, которые были более возрастные, так скажем, они ушли. И сейчас задача, конечно же, наиграть игроков, посмотреть, кто что из себя представляет именно с такими командами сильными, как Дания, Норвегия, Франция. Свои силы россиянки проверят уже 6 октября. В первом матче мы сыграем против Дании.